Боже мой, кто это? Ну, это Черышев. Похоже на меня, конечно. Ну, как можно? Блин, ну, это очень сложно. А это женский сборник. Головин. Марио. Ой. Чья сборник? Кто это? Футболист? Боже мой, кто это? А, Дзагоев. А это кто? Кто это? Я? Я честно, я сначала не знал, что это я. Семи? Она очень красивая, кстати, но прости. Я не знаю, что это ты. Я тебя так редко не встречаю. Это игрок сборной России. Я знаю, я знаю. Я знаю, кто она очень. Известна. Но прости, что я тебя сравнял с такой страшным парень. Потому что ты очень красивый, а он нет. Ну, это Черышев. Ну, естественно, глазами на самом деле похожи. Так, дальше, хорошо. Это Семенов. Вот такая модная прическа. Бакаев, что ли? Это Джика. Джику я узнаю. Это глаза слишком близко посажены. Ну вот такая штука у меня. Ну вот такая штука, вот она у меня на самом деле. Ну вот, вот это вот треугольник. Ну я, да, наверное. У меня такая же штука здесь, естественно. Кто-то кричать может. Ну, мне кажется, это Гиля, но не знаю. Судя по командному голосу. Маль. Не угадал. Ну, похоже на меня, конечно. С этого ракурса на себя не смотрел никогда. Похож. Но это Андрюха Лунев, одноклубник. Каждый день на него смотрю, не могу не узнать. Ну, это Миранчук. Какой, не знаю. Так сложно, так побуться можно. И по прическе. Ну это Эдик, что ли? Без зубов? Это же бегун, блин. Не футболист. Так, ну это Дзага. 100% я уверен. Пробел дожать? О, так это камбол. Это Юра. Так, Черыш, ё-моё. Это Бара, наверное, Баринов. Попробуем его. О. А это женской сборной. По ямочке. Не знаю. Бакаев? Тьфу, кузяй. Ну как можно, блин, лет под 50, кажется. Так, это прическа... Ну, Семенов, может, опять. Да что же это глаза? Это я, нет? Похож? Хоть себя узнал. Там...
Олега там будет? Лунёв? Да как? Кто-то из молодых, наверное. Кто-то из молодых сразу видно.